Всем привет! Это у нас злой сосед версия 2.5, в котором как будто бы исправлены баги. Сейчас будем проверять баг с диваном. Может ли сосед нас поймать за диваном? Подписчик написал, что если мы встанем за диваном с кнопкой... Да, 5.25. Путаю. У нас сосед здесь поймать не сможет. Просто уйдет. Ой. Так. Кстати. Он реально просто ушел. Еще раз. За диван. Так, сейчас вообще ушел в другую комнату. Да, снова уходит. Баг реально работает, получается. Он почему-то на меня забивает прямо конкретно. Это необычно. Ну-ка, здесь что можно придумать? А, ничего. Баг сработал. Спасибо подписчику. Действительно, сосед поймать нас не может. Вроде бы обновление должно быть без багов, но здесь ничего, я так понимаю, не исправляли вообще. Хотя это, наверное, несложно было сделать. Так, здесь стекло у нас есть. Ну-ка, давайте разобьем его. И на жердочку эту встанем. Вот сюда. Я здесь вроде как не стоял еще ни разу. Все. Выбрались. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.